Всем доброго дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком» с Ольгой Головатой. И также, как всегда, я вам напоминаю, что у меня есть еще параллельный канал «Вяжем спицами» с той же Ольгой Головатой. Девочки, сегодня подготовила вам вот такую вот летнюю фантазийную сеточку. Очень простая, но очень круто смотрится. Вот эта сеточка связана на вискозной пряже. А сейчас я вам покажу такую же сеточку, связанную на тонком летнем акриле. Точно так же будет выглядеть эта сеточка и из катоновой пряжи. Исполняется очень просто, но достаточно богато, симпатично смотрится и будут красиво получаться, как и летние какие-то шали, болеро, юбки, блузоны. Придумывать можно долго и много. Узор симпатичный и очень простой. Он кратен трем арочкам и двум рядам. Для исполнения этого узора мы возьмем сегодня вот эту вот контрастную пряжу Divo Silk. Акрил 100% и крючок 1,6. А образец, который исполнен из вискозы, мы положим в стороночку. Хотя, конечно, на вискозе эта сеточка смотрится вообще богато и очень круто. Давайте попробуем связать наш узор. Наберем 2 повторения раппорта. Это будет 6 арочек. Первую петелечку мы ее не просчитываем и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. 2 накида на крючок и с исходной с первой петельки провязываем столбик с 2 накидами. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок и из петельки вот этой мы вяжем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. И столбик с 2 накидами. Мы набрали 1 раппорт. Набираем еще 3 арочки. И это будет 2 раппорт. Связали подготовительные ячейки. 1, 2, 3. 3 ячейки. Это раппорт. Здесь у нас набрано на 2 раппорта. И теперь вяжем первый ряд уже самого узора. 1 воздушная петля, переходим в первую ячейку и из-под цепочки вяжем столбик без накида. Воздушная петля, 2 накида на крючок, переходим к следующей ячейке и из-под нее вяжем столбик с 2 накидами. Провязали. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид на крючок. Возвращаемся в вот эту вот исходную петельку и провязываем столбик с накидом. Опять 2 накида на крючок. Заходим в основную нашу ячейку. В ту же, из которой мы делали эту операцию первый раз. И провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петельки. Накид. И из исходной петельки вяжем столбик с накидом. Два накида. Опять из той же ячеечки вяжем столбик с 2 накидами.
3 воздушные петельки, накид на крючок и вяжем столбик с накидом из исходной петелечки. И в эту ячейку провязываем последний четвертый столбик с двумя накидами. У нас получается, мы в одну и ту же ячейку вяжем 4 столбика с двумя накидами, и между ними у нас получается вот такие вот 3 маленькие глазика. Теперь провязываем одну воздушную петельку и переходим в следующую ячейку, вяжем столбик без накида. Мы закончили раппорт. Мы использовали 1, 2, 3 ячейки. И теперь вяжем следующий раппорт. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Переходим в следующую ячейку уже следующего раппорта. Провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И со следующей ячейки у нас будут вязаться 4 столбика с двумя накидами. 1, 2. 2 накида на крючок. Провязываем столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли, 1 накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Раз, два. Второй столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 1 накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, вяжем третий столбик с двумя накидами, провязали, 1, 2, 3, накид на крючок 1 и столбик с одним накидом. И в эту же ячейку последний четвертый столбик с двумя накидами. Провязали. 1 воздушная петля и в последнюю нашу ячейку провязываем в середину столбик без накида и в угловую петельку еще один столбик без накида краевой. Ну вот, мы с вами связали первый ряд нашего узора. А теперь переходим ко второму ряду. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Подъемные. Разворачиваемся. Теперь 2 воздушные по узору. И в эту же петлю провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. И вяжем столбик без накида вот в середину вот этой арочки, которая у нас образовалась в предыдущем ряду. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арочку вяжем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова в следующую арочку столбик без накида. Теперь 1 воздушная петелька. У нас между маленькими этими нашими веерами есть вот такая вот арочка предыдущего ряда. И мы вяжем в нее 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли
и опять в нее же один столбик с накидом. Одна воздушная петелька. Переходим к следующему раппорту. Опять первую арочку вяжем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в следующую арочку. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в следующую арочку. 1 воздушная петля. И у нас остается связать столбик с накидом в уголок. 2 воздушные и еще один в эту же петлю столбик с накидом. Мы с вами связали раппорт нашего узора. Далее раппорт будет повторяться с первого ряда, но размещаться будет в шахматном порядке. Соответственно, у нас вот эти вот веера, они по краям будут по половинке, а посередине будет вывязываться целый. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В подъем. Разворачиваемся. Теперь по узору опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид на крючок. И возвращаясь в обратную сторону на 3 петли, мы вяжем столбик с накидом. Теперь 2 накида на крючок. Заходим между двумя столбиками. Провязываем столбик с двумя накидами. 3 воздушные петельки. Накид на крючок. И из исходной петельки мы вяжем столбик с накидом. Два накида на крючок и провязываем из вот этой вот первой арочки столбик с двумя накидами. Мы связали половинку нашего веера. Теперь вяжем воздушную петлю и переходим вот две арочки, образовавшиеся две арочки над нашим веером предыдущего раппорта, мы вяжем под нее, под эту арочку столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Переходим в следующую арочку. Вяжем опять столбик без накида. Теперь у нас воздушная петля. И из вот этой вот арочки между веерами мы теперь будем вывязывать полный веер. 2 накида на крючок. Заходим в эту арочку. Провязываем столбик с двумя накидами. 3 воздушные петли. 1 накид на крючок. И из исходной петельки провязываем столбик с накидом. 2 накида на крючок. Возвращаемся в эту же арочку. Вяжем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3. Здесь столбик с одним накидом в эту исходную петельку. 2 накида на крючок. Опять из этой же арочки провязываем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3. И столбик с одним накидом. И последний столбик с двумя накидами из этой же арочки. Далее вяжем 1 воздушную петельку и опять переходим
Вот в следующую арочку вяжем столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в следующую арочку. 1 воздушная петелька. И здесь мы вывязываем опять половинку нашего веера. 2 накида на крючок. 1, 2, 3. Столбик с накидом в исходную петелечку. 2 накида на крючок. Вяжем следующий столбик с двумя накидами. 1, 2, 3. Опять столбик с накидом в исходную петелечку. 1, 2, 3. И провязываем последний столбик с двумя накидами. Все в ту же арочку. Мы закончили с вами первый ряд второго раппорта, разместили наш узор в шахматный порядок. Теперь вяжем второй ряд нашего второго раппорта. 1 воздушная петля. Переходим в первую арочку столбик без накида и вяжем арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3 и 4. Перешли в следующую арочку. Столбик без накида. 1 воздушная петля. Теперь у нас опять вот здесь вот арочка между веерами. Мы вяжем в нее столбик с накидом. 2 воздушные петельки и еще раз в эту же арочку столбик с накидом. 1 воздушная петелька. И теперь мы делаем первую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. В следующую арочку снова столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять следующую арочку столбик без накида. 1 воздушная петелька. И сюда мы вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И еще раз столбик с накидом. 1 воздушная петелька. Заходим в арочку столбик без накида и 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И последнюю нашу вот эту вот арочку вяжем столбик без накида. Вот мы с вами связали уже 2 раппорта нашего узора, разместили его в шахматный порядок. И теперь узор будет продолжаться с первого раппорта, который мы с вами уже связали. Давайте сделаем этот первый раппорт. 1 воздушная петля. В эту же петельку вяжем столбик без накида. Следующую петельку вяжем опять столбик без накида. И воздушная петелька из вот этой вот арочки между столбиками мы теперь вяжем полноценный веер. 2 накида на крючок, провязываем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3 воздушные петельки и теперь провязываем столбик с одним накидом в исходную петелечку. Опять 2 накида на крючок. Возвращаемся между веерами в арочку. Провязываем столбик с двумя
накидами, 3 воздушные петельки и столбик с одним накидом в исходную петелечку. 1, 2 накида на крючок. 1 последний столбик. Вот у нас есть 4 столбика из 1 арочки. Теперь воздушная петелька. Под эту арочку следующую мы делаем столбик без накида. Арочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Под следующую арочку столбик без накида и вяжем 2-й веер. 1, 2. Провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. И столбик с 1 накидом. 2 накида. 2-й столбик с 2 накидами провязываем. 1, 2, 3 и столбик с 1 накидом в исходную петельку. 1, 2. Опять провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 и столбик с 1 накидом в исходную петельку. И последний провязываем столбик с 2 накидами в эту же арочку. Одна воздушная петля, и вот наша арочка. Мы заходим под нее столбиком без накида. 1 воздушная петля и еще 1 столбик без накида. Вот мы сделали переход из раппорта в раппорт. Ничего сложного, и получается очень красивая сеточка. Когда гладится образец, он вытягивается, получаются красивые вот такие вот фантазийные ячейки. Я опять вернулась к большому образцу. Вот представьте себе, что вот таким вот простеньким узором связать летнюю легенькую юбочку из вискозной пряжи, да положить ее на красивую подкладочку какого-то контрастного цвета. Ну, наверное, будет шикарная штучка. Не только юбочка. Многие вещи таким узорчиком будут смотреться достаточно неплохо. Также этот узор будет красиво входить в союз с какими-то другими узорами. Над этим нужно думать. Ну, а я на сегодня с вами буду прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания вам!